Добро пожаловать в игру Кальмара, с вами канал The Alexplay, и это Первый Взгляд. Играю в данную игру не потому, что у меня много долгов, хотя долги имеются, а для того, чтобы сделать для вас контент. Всем приятного просмотра. Ну что ж, звоним. Я, честно говоря, волнуюсь, но надо позвонить. Это очень опасно. Не советую звонить, конечно. Так. Машина подъехала. Слушай, прикольно. И что, меня заберут теперь? Да, мне забрали. Сейчас будет первая игра. Сколько? Подожди, сколько? Так, окей. О! Фига себе, как нас много. Боже мой. Забавно. Смотри, как... Начало? Минута! У нас минута будет, ребята. Не знаю, у нас около сотни. Побежали. Стоим. Боже мой! Времени мало, 40 секунд осталось. Побежали! Стоим! Стоим! Мне страшно! Мне страшно! Побежали! Стоять! Стоять! Пожалуйста! Я боюсь! Мать его, я боюсь! Побежали. Она все быстрее, быстрее. 18 секунд осталось. 13. 12. Я стоял. Я стоял. Я стоял. 7. 5. Да, я добежал. Я добежал. Мать его, я добежал. Я добежал, ребятки. Танец победителя. Танец победителя. Сколько нас осталось? А, нас 60 было, нас 5 человек осталось из 60. 5 человек. Так, продолжаем. В смысле, а только одна игра будет? В смысле? А тут пока что одна игра. Окей. Слушай, тут только одна игра. Блин, я думал, будут другие. Я надеюсь, разработчик добавит нам другие игры. Минус один. Стоим. Боже мой. Нас двое осталось. Да иди-то нафиг! Я забежал, я забежал! Я забежал! Куда бы он... Куда он побежал? Какого черта? Это не я, ребят. Я говорю, это не я. Блин, мы так и не победили. Подожди. А почему я один остался? Какого черта? Мы просто танцуем. Смотрите прикол. А давай я просто буду танцевать. Но я же за линией танцую. Я же за линией танцую, да? Правильно? Нет, так, оказывается, нельзя. Окей. Подожди, ну что будет, если я дойду до конца? Если я выиграю? Типа, я один остался. Ну? Бежим, бежим. Капец. Ну, одному неинтересно. Идея прикольная, задумка. Было бы онлайн, было бы вообще прям супер. Я надеюсь, сделают такую подобную игру онлайн. Было бы супер. Ну, уже наработка прикольная. Я оставлю ссылочку на разработчика данной игры, на его сайт. У него две игры сейчас. Я пошевелился, я пошевелился. Да блин, да вы издеваетесь. Ну какого черта, какого черта, боже мой. Танцует он прикольно. Не, идея прям супер. Я боюсь, что только одна пока что игра. Будем следить. Может быть, еще добавят игр? Забавно, они застывают. Оба застыл такой. Стоим. Перекатом, кстати, быстрее, по-моему. Все, я прошел. Все, я прошел, да? Ну?
Continue. Будет другая игра или нет сегодня? Пожалуйста. Ну, continued. А, да, другая игра. Но это очень странно. Почему? Типа, почему сразу другая игра не появилась? Так, ну. Притягивание каната сейчас будет? Вот эта карточка, это выход. А это позвонить. Типа, выйти или позвонить. Было бы здорово, если ты сам набираешь номер. Ну-ка, пробуй второй раз. Или перетягивание каната, возможно, в будущем появится. Разработчик хочет сделать для нас продолжение. Давайте еще раз попробуем. Мне нравится, когда у нас много людей. Вот это прикольно. Да, 60 человек. Тут 60 человек. Жестко. А что ты еще можешь делать? Давай, мы самые первые будем. Погнали. Перекатом, перекатом. Стоим. Да, мы самый первый. Перекатом. Там чувак какой-то побежал. Боже мой. Твою ж мать. Перекатом, перекатом быстрее всего. Смотри, как далеко вырвался. Да, отлично, отлично. Перекатом это и просто идеально. Боже мой, хоть рассмотреть. А это кругляшки, да? Еще один добежал. Ё-моё. Потом просто по второму кругу, да, будем? Все, мы прошли. Сколько осталось? Осталось 12 человек. Допустим. И? Надо просто подождать или типа continue нажать? Ну, я же могу continue продолжить. Видите, я опять здесь появляюсь. Ну да, видимо, пока что одна игра. Блин, к сожалению. Я думал, будет полноценная игра уже. Пока что, видимо, пробник нам дали. Блин, задумка реально шикарная. Еще бы онлайн был, было бы супер. Могу толкаться? Слушай, а если я за другим буду стоять? И пошевелюсь. Ой, я шевельнулся? Да, я шевельнулся. Блин. Типа, если я продолжу, у нас уже тут, видите, сколько будет. Это кто? Видимо, не дошел, я не понимаю. Ну, мы, в общем, заново начинаем. А давай будем просто танцевать, просто по кайфу будем танцевать. Вообще пофиг. Забавно. Не, игрушка реально забавная, очень веселая игра. Я думаю, игра бы реально бы очень круто хайпанула, если бы ее сделали онлайн с настоящими игроками. То было бы, мне кажется, очень здорово, очень круто. Ну, блин, по данному геймплею, по-моему, неплохо, типа, получается. Вроде такая простенькая игра. Мне кажется, можно что-то интересное реализовать и сделать. Было бы шикарно. Я надеюсь, все-таки выйдет в свет какая-нибудь полноценная игра. Может быть, в Steam или где-то в другой, на другой платформе. Может быть, от данного разработчика даже выйдет. Было бы супер. Ну, видите, по кругу все повторяется. И, в общем, ничего нового. Ну вот, допустим, один остается, когда игрок, жмешь continue, и вот тут как бы, ну, должно быть продолжение, да, по идее, я прошел, и, видимо, я не понимаю, перетягивание каната или что-то типа того, ну да, перетягивание каната, но пока что это, видимо, в разработке, потому что, когда жмешь continue, тебя заново в менюшку перебрасывает. Ну да, все. Пока что вот такая короткая игра, можно только позвонить и выйти, и все. Но очень забавно. Машина подъезжает. Очень здорово сделано. Если хочешь продолжение и полноценную версию данной игры, обязательно поставь лайк, напиши комментарий, какую-нибудь идею свою выскажи. Мне кажется, будет прикольно. В общем, подпишись на канал The Alex Play. Буду подобный контент стараться вам искать.
Кажется, меня сейчас... Забри. Меня сейчас убьют по-любому. Да, я потому что пошевелился. В общем, увидимся в новой серии. Всем пока-пока. Обязательно подпишись и нажми на колокольчик. Канал называется The Alex Play, если ты впервые. До новых встреч. Всем пока-пока.